Hello, it's been a long, long time, can't get you off my tired mind. Всех приветствую на канале, тем, кто кушает, приятного аппетита, и погнали в ролик. Это видео посвящено большому закрафту. А именно, мы здесь крафтили 20 сетов Марай тяжа. То есть, соответственно, это было 100 кликов. Также отдельно мы крафтили еще 25 Марай тяж тушек и 25 Марай тяж штанов. Всего получилось 150 крафтов. Подготовка к этим крафтам у нас заняла 5 дней. Вложили мы в этот закрафт 3,2 миллиарда. И сколько получилось отбить или же сколько получилось заработать, мы увидим дальше. Сейчас я вам оставлю подборочку видео, как мы это все крафтили, под приятную хорошую музычку, а после этого подведем итоги. Так, на момент закрафта мы еще не были 85 уровнями, мы попробовали крафтить и у других крафтеров, которые уже были 85, и на форуме это было указано в их теме. Но, как мы видим дальше, это абсолютно ничего не решило. Последнюю часть мы решили докрафтить сами у себя. И, как ни странно, это принесло свои плоды. О. Есть. Две! Да. И под самый конец мы получили все-таки две заветные рар-вещи. А именно, рар-ботинки Марай тяж сета. По итогам, из 100 кликов, 20 сетов, у нас скрафтилось, если считать по сетам, 11 сетов, то есть это 55 вещей. Это цельные 11 сетов. Также у нас было 6 вещей, ну, в разнобой оставшихся, то есть это уже 61 вещь, и двое рарных ботинок. Итого по сумме мы получили 63 из 100, то есть мы вошли в стандартный 60% шанс. А жаль, не повезло с крафтами, с рарами, их было всего 2, и это были ботинки, но тем не менее, это было неплохо. На следующий день мы докупили немножко кусков рецептов, которые нам не хватало, немножко ресурсов. И принялись крафтить Марай тяж верха и низы. По 25 каждого. И вот по итогу крафта именно только тушек и штанов было немножко поинтереснее, потому что по шансам мы были примерно в том же самом 60-65% шансе, но были две рарных вещи, то есть из 25 тушек мы скрафтили 15 одну рарную, и из 25 штанов мы скрафтили 16 штанов и одни рарные. Что же получилось по итогу из этого всего заработать? Сейчас немного вернемся к сетам. Все эти 11 сетов, которые у нас получились до этого, мы полностью продали. Продали мы их примерно в диапазоне 180-190 миллионов, потому что цена на них на то время еще, когда мы крафтили, была очень хорошая. И, соответственно, получили за это 2 миллиарда адены. Также двое рарных ботинок мы продали по 400 миллионов, за что получили еще 800. И там еще 6 вещей, мы там немножко поточили, что-то продали, в сумме там получилось еще 200 миллионов. То есть за закрафт 20 сетов мы получили 3 миллиарда выручки. А статистика же с Марай тяж верхами и низами, которые мы крафтили отдельно, была намного поинтереснее. Потому что рарную Марай тушку мы сразу же продали за 2,6 миллиарда, а рарные Марай штаны мы продали за 2,2 миллиарда. Соответственно, мы за вот только вот рарные вещи заработали 4,8 миллиардов адены. Остальные вещи мы немножко поточили, немножко продали отдельно. И, соответственно, получили еще там примерно где-то миллиард. То есть, по полным подсчетам, мы заработали в сумме примерно 9 миллиардов адены за вот эти вот все закрафты за это видео. Всю эту адену мы вложили немножко в свой буст и огромную часть в следующий закрафт.
В следующем видео я сделаю вам небольшой анонсик. Мы будем крафтить 50 веспер кутеров. Поэтому следующее видео обещает быть очень интересным, потому что цена на них очень большая. Также напомню, что под видео всегда есть реферальная ссылка, по регистрации по которой на данном сервере вы получаете бонус за получение второй и третьей профессии. За вторую профессию вы получаете 1 голд, за третью 10 голдов. То есть в сумме, при регистрации по ссылке и выкачке персонажа, получение третьей профессии, вы получаете 11 голдов. Они очень сильно вам помогут на бусте, при том, что цена сейчас на голду очень хорошая. Также сделаю вам еще один небольшой анонсик, специально для тех, кто досмотрел до конца. А в следующем видео мы устроим розыгрыш. Я думаю, в сумме как минимум на 1 миллиард ден, и возможно это будет намного больше. А все детали розыгрыша будут уже в следующем видео, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить. Всем хорошего дня, пока!